Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Надо бежать. Уже Юрий вызвала кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация?
Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Людей. И закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Уходи, паук! Мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! А, спасибо за поддержку, ребята! Вот она, некомфортная рабочая среда. Что это за дерьмо? Мне это нравится. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная.
Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Мой выход. Человек-паук! Держите его, не давайте ему прыгать! И как это может хорошо закончиться? Я научил тебя уважать! Вот тебе! Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, как беспечные. Как успехи? Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, попытаться делать? Не важно, что снаружи. Важно. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Вы даже для сисадминов слишком грубые. Попал! Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Было бы теперь живо! Прикончить его! Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь рот этого города вылетит на улицу. И виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фиск. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Прижимите его, наконец! Из чего сделано это? Справиться, получается! Думал, со всеми справиться?
чудовищно! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Взрыв только что... Я видела. Похоже, Фист тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет. Любишь фейерверки? Их у нас больше, чем ты думаешь. Ой! Кажется, это все. Чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним! Мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юри. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юри, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. И хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Ой, больно, наверное. Ты это заслужил. Что? Сегодня что, день ракетчика? Как бы саперы смогли здесь пройти?
Спокойно. У меня на всех хватит. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Это время спали списком? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Держи его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Это что, не снова монетка? Перезарядка. Вперед! Это мой шанс. Паутиной по нему. Что ты делаешь? Может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Взрывайся, мальчишка! Не в этот раз. За все эти годы ты ничему не научился!
мой момент. Хватит с меня! Сами напросились! Никому не нужны. Ты уж посмотри. Ты виноват во всех бедах этого города. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать. Окружить. Идиоты! Вас учили драться, как дерете! Слишком быстрый! Оправдания мне не нужны! Поджарим! За что я вам плачу? Чему не научился? Все в атаку! Сниму! Быстро! Проиграешь, Уилли. Я еще даже не начал играть. За все эти годы ты ничему не научился. Thank you.
играешь, Уилли? Я еще даже не начал играть! Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился.
Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! О, черт! А, может быть, отключить? Еще нет! Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Сгорело. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Балансируем напряжение. Закончим.
Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джеймсоном и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джоном и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно.
Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно. Хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Давай. Прикрывай. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Ему живо! Ты как с ним теперь драться, а? К этому ты не готов! Как тебе? Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну потише, леди. Не трогайте меня! Отстань от нее! Уходи, или она умрет! Отпусти! Все в порядке.
знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, Центр Пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе, уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель — вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Пропуск Гарри в ночной клуб. Thank you.
Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Я об этом пожалею, придурок! Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. В память о копе-пауке безвременно. Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Пытался... Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Привет, парни! А у вас рецепты на это имеются? Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что, соскучился? Нет! Дальше...
Следуйте в Датчтаун. Идет погоня. Всем машинам в наличии, ответьте. За дорогой внимательно! Пора на выход! Много шума из-за ребят, которые едва водят. Это... Ой, простите. Before you go, can you sign something? 1169 to the eastbound side.
нападение. Нужны машины к югу от Хаутон. Используй. Грабеж. Пора вмешаться. Намечается потасовка. Класс! Драками зарабатываете, в драках погибаете. Спасибо. Они хотели убить меня. Грабители, надо вмешаться. А, вы начали без меня! Привет. Я бы от такого не отказался.
ограбление. Подозреваемые вооружены. Нужно подкрепление в финансовом квартале. Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не... Я? В смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? А я тогда никому не скажу, что ты нас взламываешь. Я бы назвал это обменом, но ладно. Могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Надо ориентироваться на сигнал. Я смотрю крыши высотных зданий. Глушилки будут эффективны только на крышах высоток. Люди Фиска. Смотрите, я в шоке. Человек-паук! Пристрелите его на конец! Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Надо ориентироваться на сигнал. Глушилки будут эффективны только на крышах высоток. Сдается мне, они сюда не загорать пришли. Открыть огонь! Внимание! Вижу его! Хорош болтать! Вырублю генератор помех.
Глушилка все еще блокирует канал связи. Я не для того старался, что поставить. Делают все. Тяп-ляп. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказал, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. Они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Вижу его! Стоять! А ну, спускайся! Ладно, я скрылся.